Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. В игре есть такой предмет под названием Доминатор. И все мы знаем, для чего он. Он нужен, чтобы приручать нейтральных крипов, да? Давайте мы наведем на этот предмет и нажмем Alt. И прочтем. Можно иметь только одно прирученное существо. Если будет приручено новое существо, старое умрет. Но у этого предмета есть своя особенность. Давайте мы сначала посмотрим, как она работает в обычном режиме. То есть вот у нас есть нейтральные крипы. Нам нужно приручить. Опа, одного и отводим. Хорошо, все получилось. Пошел у нас КД. КД 60 секунд. Давайте я ускорю процесс. Все, КД у нас прошел. Вот наше существо. И пробуем приручить опять. Опа! Правильно, наше существо умирает. Как и было написано в дополнительном описании. Но! Смотрите. Во-первых, мы видим, что у доминаторов, да, общее КД. Вот я купил 5 доминаторов. Если мы будем использовать каждый доминатор по отдельности, мы сможем приручить в итоге больше крипов. Пробуем. То есть теперь мы используем не первый доминатор, да? А какой-нибудь следующий, например, второй. Теперь у нас два крипа. Все, пошел КД. Ускоряем процесс. Прошел, например, КД. И давайте еще приручим. То есть в итоге, например, даже если играя за Чена, вы можете использовать свою способность приручения, да? И приручить четверых крипов. И еще понакупать доминатор. И в итоге можете собрать себе целую армию. Прошел КД. Вот наша армия. Эту армию, опа, мы собрали только через доминаторы, понимаете? Вот наша армия. Такое они используют на просцене, но мне кажется, в принципе, это очень интересная тема. И можно поабузить. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.